питання. Я кажу про взагалі всі питання. Бо люди прийшли саме для цього. Так? Я так розумію. Ви пишете почути питання, так? Я прошу відповісти. На мій погляд, зараз, безумовно, ми всі демонструємо і самі собі, і всьому світу, наскільки сильними ми можемо бути, коли ми діємо разом. Тому що ми зараз переламуємо на цьому Майдані величезні іноземні сили і величезну іноземну агентуру, яка в нас обплила державні органи. І незважаючи на це, незважаючи на те, що ми прості люди, наш голос, якщо ми діємо всі разом, солідарно, якщо нами є компетентне керівництво, яке знає, що робити, то це все стає значно сильніше, і ми стаємо сильнішими. Тому я впевнений, що наші дії, наші зусилля, вони мають абсолютно точно велике значення. І тому я зараз усіх киян закликаю, знаєте, це нам набагато легше, ніж тим людям, які приїжджають з регіонів. Нам набагато легше тут просто пройтися, коли йдемо з обіду, коли йдемо вночі, коли йдемо ввечері, коли просто гуляємо. Ми просто давайте заведемо цю моду, що нам там місяць, можливо, два, доведеться тут погуляти на Майдані. Це не є якась велика звитяга, але це дуже і дуже потрібна річ. Тому я впевнений, що це безумовно потрібно робити. І друге питання, так. Можливо, не останнє, а от від мене останнє. Чи ці відповіді, договори відповіді на ваші питання, з якими ви прийшли? Люди, скажіть. Так? Оптимізму надали. Добре, позиція з'ясила. Знання. Добре, є позиція. Я просто фіксую ваші репліки. Люди, ви прийшли сюди з питаннями. Ви готові почути на них відповіді? Якщо ви почули від цього лектора відповіді на питання? Сила духу, так? Хто не почув? Підійміть руку, хто не почув? Хай задають. Немає? Просто. У вас немає питання? Прошу, скажіть. Він хоче мікрофона, дайте. За себе кажіть, беріть відповідальність на себе, на себе. Те, що ми хотіли, ми почули. Да. І от ми тут і прогулюємося кожен день. Так як... Це ви наглядаєте, наглядова позиція така, нейтральна, не тут і не тут. Ваше питання, у вас є питання? Питання є? Має питання. Добре, я йду далі. У вас є питання? У вас питання? Хай руку піднімемо. Ви... Хто? У кого є питання? Будь ласка, мені цікаво, є якось... Тут тіточка є, питає, прошу. Пригадали інформацію, що в Древній Греції демократичній якісь критичні моменти вирішували все тріумвіратом. Може, не випадково, що у нас зараз складається тріумвірат? Не зовсім тріумвірат, це коли троє керують. А в Греції, ви знаєте, була дуже цікава історія, в Даній Греції. У них, ви знаєте, може, що таке ідіот? От слово «ідіот» — це той, хто не ходив на вибори в Греції. І у нас... І знаєте, як з ними робили? До речі, до сьогоднішнього часу в Греції за те, що людина не ходить на вибори, платять невеличкий штраф. А в ті часи платили ще штраф, якщо людина не ходила на отакі майдани і не ходила на вибори. А потім після штрафу ходила з такою мотузкою з багатьма такими кінчиками. Вона була щось червоне вмочене в фарбу, і лупили тих, хто не йшов на ці майдани. Тобто, і називали їх ідіотом. От нібито так нейтральне таке слово, людина, яка усувається від політики, але, по суті, от до нашого часу це слово збереглося. Тому Греція – це хороший для нас приклад, тому що там дуже багато було і тираній, які греки мужньо повалювали, і демократії, які іноді вироджувались. І це хороший, якщо хтось має часне натхнення, почитайте Плутарха. Величезна книжечка. І там такі історії, просто анекдоти, ніби з нашого часу. Історії такі життєві. Дуже популярно, не так заумно, як це часто буває, але дуже добре. Називається Плутарх. Дякую. Як жінки боролися на свободу України? Перепрошую, ще
трошки тема інша. Як жінки боролись за свободу України? Жінки? А ви знаєте, цікава історія з жінками. У нас в Україні жінки завжди мали дуже багато прав. Це правда, і дуже багато обов'язків одночасно. Вони не були пригноблені, як знаєте, ці гюльчата і жінка Востока. Ну це тут тому тут треба жінкам дуже добре працювати над своїми амбіціями. Дякую. Я хочу насправді я хочу подякувати, тому що вже ми перебрали часу і наступний лектор чекає. І я думаю, що ми Олександра запросимо ще, тому що це дуже цікаво. Добре, дякую. Зараз я книжечки роздам, всі, хто хоче, можуть брати. Зараз почекайте. Олександр, готуй зараз. І всім роздати книжки. Так. А буде готуватись наступний лектор. А я не знаю завтра чи післязавтра. Подивимось по часу, який час вже ще є. Я думаю, що тебе запрошую, тому що ну насправді дуже цікаво. Добре, дякую. Друзі, хто отримав книжки, будь ласка, відходьте, тому що наступний лектор вже готується. Привіт, Дібешка там стоїть, хочу ще з Светкою переговорити і уходити. Дібешка. Так, треба подумати, що я зможу зробити. І розказати.
убрался из штаба. А мне книжки нет. Александр, мне вот убилишь. Так, смотри, я ж перебрался, сейчас перетащил все шматье свое сюда в дом архитектора. Так что ко мне сейчас и доступ легче. То есть при необходимости меня легче достать, пропуска не надо, там ничего не надо. Добрый вечер. У нас открытый университет, поэтому мы друг другу не мешаем. Предыдущий лектор раздает книжки, я уже начну, чтобы время не терять. Меня зовут Дмитрий Баев, я прошу прощения, я буду говорить на русском языке. Это потому, что я приехал из-за границы. Ну, я украинец, но я уехал из Украины в 90-м, дай бог памяти, в 6-м году, и тогда говорили в основном по-русски. Сейчас вот эти события заставили меня вернуться, я не смог отсиживаться за границей, поэтому простите мне мой русский язык, я буду учить, восстанавливать мову, надеюсь, что отсюда я уже не уеду. Значит, тема моей лекции называется «Начнем с себя». Почему? Почему такая тема, и в каком смысле я предлагаю начать с себя? Ну, 20 лет почти я прожил, у нас это называется Западная Европа или цивилизованное общество, или там по-разному это все называется. Разные наблюдения за эти годы мне удалось сделать, выводы. Изнутри наблюдал, как все это происходит, как люди живут, как функционирует демократическое государство. Пришел к определенным выводам. Выводы в основном сводятся к тому, что власть у них другая, жизнь у них другая, потому что люди у них другие. Вот, люди, ну, какие это долго рассказывать, смысл в том западной культуры, что они там долго, целыми поколениями жили, воевали, революции происходили. Страдали много тоже, как и мы здесь, так и они там. Правда, это у них было 200-300 лет назад. Перестрадали, многому научились, но живут, в общем-то, неплохо. Германия после Второй мировой войны за 10 лет отстроила инфраструктуру, дороги, заводы. Странно, хотя их тоже там осталось меньше, чем было до войны. Какой же выход? Выход — постараться учиться, постараться быстрее пройти этот путь, быстрее пропустить через себя эту информацию. Но это вступление, это преамбула. Я буду стараться сейчас, как бы, сейчас буду переходить к основной части лекции, к информации. В основное свое, в миру я бизнес-консультант, консультант по стратегии, консультант инвестиционный. Я занимаюсь реорганизации, я занимаюсь процессным управлением, если кому-то это что-то говорит. Извините, я одену перчатку, так как... Алло. Так как микрофон холодный. Так вот, занимаясь реорганизациями предприятий,
А до 2004 года я занимался этим во Франции и в Польше. С 2004 года меня все чаще приглашают в Украину. Здесь я работал для многих наших известных, в том числе медийных, деловых людей, для известных корпораций. Так вот, проводя реорганизации и реструктуризации предприятий, я в какой-то момент понял, что как консультант, как группа консультантов, мы упираемся в такую грань, которую невозможно, собственно, дальнейшую эффективность невозможно получить обычными классическими бизнес-методами. То есть сколько бы мы ни проводили инвестиции, какие бы компьютерные системы бы мы ни покупали, сколько бы мы ни проводили тренингов для персонала, есть граница. Граница называется характеристики человека, человеческого материала. То есть что-то нужно делать с этими людьми, с этими кирпичиками. Я так говорю своим клиентам, что любое строение, здание должно быть построено из хорошего материала, а еще лучше на твердом фундаменте. То есть, и если нам нужно достичь каких-то выдающихся результатов, мы должны улучшать материал. Как? Ну, выход. Банальный, казалось бы, работа. Работа над собой этих людей. Как мотивировать? Как работать. Книги, история. Вот предыдущий оратор, мне очень понравилось, я слушал из-за сцены, говорил о Древней Греции. Класс, демократия. А самые ли древние это строили? Кто знает, были ли государства, построенные на других принципах, кроме демократии? Какие мы еще знаем? Знаем монархию. Да? Какие еще? Пожалуйста, там есть модераторы, есть микрофон в аудитории. Хорошо, я буду помогать. Знаем монархию, знаем диктатуру, да? Еще тиранию, конституционную, неважно. То есть есть разные, разные формы. Чем отличается демократия от стабильных, так сказать, от других строев? Демократия динамичная. Демократия отличается от монархии, от диктатуры тем, что в диктатуре и в монархии все стабильно, все консервативно, ничего не меняется. В демократии меняется и может меняться все каждый день, ежеминутно, ежесекундно. Какой выход? Необходимо следить, необходимо часть своего времени, часть ресурса постоянно людям отводить на контроль, на сканирование ситуации, на то, чтобы разбираться, какой кандидат что говорит, на мониторинг средств массовой информации. Потому как если это демократия, каждый свободен, да? В диктатуре, в монархии этого нет. Ну, я пойду еще дальше и попытаюсь, так сказать, вспомнить, какие были еще старше струи. И мы с вами перенесемся сейчас в Древнюю Индию. В Древней Индии основа государственного устроения. Кто знает, что из Древней Индии, в принципе, сохранилось до 20 века в Индии? Касты. Все согласны, что касты? Кастовая система, правильно. Вот сейчас начинается самое интересное. И мы сейчас быстренько пробежимся по кастам, но с интересной точки зрения на них посмотрим. Значит, у нас здесь есть люди, которые знают слово касты. Я вот здесь вот рисую кружочек. Сначала задам вопрос, сколько каст вы знаете? Четыре слышу. Сколько еще? Семь. Отлично. Еще есть версии, варианты? 50. Возможно.
Хорошо, давайте посчитаем. Начинаем с первой касты. Я вижу здесь публика подготовленная, буду задавать вопросы. Как называется первая каста? Шудры или рабочие? Я буду писать русскими словами, так будет понятнее. Времени всего час, и сейчас я буду ускоряться, поэтому, так сказать, разогрев, разминка закончилась. Сейчас будет темп информации ускоряться. Рабочие. Рабочие. Рабочие, главная задача этой касты – это выжить. Это значит, эти люди занимаются тем, что они время своей жизни продают за деньги. Понятно, да? Цель – обеспечить свое существование любой ценой. Интересно им, они об этом не думают, они работают. Это не я придумал, древние знания, 6 тысяч лет. Но себе помечаем, нет интереса, идеалы. Есть ли у них идеалы? Способен ли человек, который, ну, в Древней Индии, условно говоря, занимался тяжелым физическим трудом, у него времени не было даже на идеалы. Хорошо, поехали дальше. Вторая каста, кто у нас? Тишина. Крестьяне, они же рабочие. Вторая каста, это у нас ремесленники, торговцы. Ремесленник. Я вас сейчас немножко так повожу по пустыне, а потом мы придем к сегодняшнему моменту в Украине, вы поймете, к чему это все. У нас же сейчас революция. Ремесленники, они же торговцы. Они же торговцы. Если у первой касты, у рабочих, задача была выжить, в принципе, любое общество, как мы тоже можем предположить, устроено пирамидально, вот так. То есть основание пирамиды – это производители материальных ценностей, рабочие. Если их не будет в основании, пирамида скувыркнется, да? То есть, ну, на самом деле пирамиды бывают разные. Вот у нас, например, в силу того, что через Украину, ну, трагические события, голодомор, геноцид, а перед этим цари-батюшки здесь тоже сильно не жаловали нашу страну многострадальную. У нас вот, вот такая какая-то такая пирамида, то есть, назовем так, элит у нас мало, потому что искоренялись элиты, инакомыслие, люди, которые какие-то другие стенки на Колыму и так далее. То есть бывают вот такие социумы. Ну, у нас мы рассмотрим пока схему, довольно схематичную пирамиду, а потом будем разбираться. То есть рабочих сказали выжить, а других интересов мало, потому что просто физиологически есть задача выжить, обеспечить существование. Ремесленники, торговцы, чем движется бизнес, кто знает? Потребление. Чем? Потребление. Еще раз, извините. Ну, потребление. Ну, кто занимался запрос бизнесом? Кто занимался бизнесом или кто занимается бизнесом? Чем? Спрос. Еще раз. Ну, уже ближе. Реклама. Спрос рождает предложение. Ребят, да, все правильно. Бизнес, вот кто занимался, даже частные предприниматели знают, что бизнесмену заниматься своим делом интересно. То есть китайская пословица древняя гласит, человек без улыбки на лице не должен открывать лавку. То есть ремесленники, торговцы – это люди, которые, движимые своим интересом, начинают зарабатывать деньги. Заметьте, они уже не работают. То есть они работают на себя, они сами организуют свой рабочий график, они где-то как независимые субъекты функционируют. В награду они получают деньги. Они создают рабочие места. Они создают рабочие места. Во многих славянских языках, я большую часть жизни провел и провожу в Польше, слово «бизнес» так и называется, «интерес». Это у нас есть. Ну хорошо, ремесленникам тоже посвятили какое-то время. На третьем месте, на третьей позиции, кто у нас? Как называется эта каста? Шатри, правильно. Кто они еще на русском языке? Воины, правильно. Они же
не слышал? Дайте микрофон, пожалуйста. Только в него кричать не надо. Не слышим. Подойдите, скажите. Менеджеры, точно. Все. Вот. Плюс к Еврокарме вам. Плюс 1000. Ребят, воины. Воины. Они же менеджеры. Управленцы. Это важно. Это важно. Потому что у многих людей воины ассоциируются там с маханием кулаками или там размахиванием мечами. Воины — это люди, которые устанавливают границы и потом эти границы охраняют. Это важно. То есть настоящие воины не махают там секирами или мечами. Настоящие воины, действительно, настоящие воины ведутся в кабинетах, и менеджеры, управленцы пишут законы. То есть законы, чтобы писать, законы — это те же границы, только в человеческом обществе. Да, мы законами устанавливаем. Здесь моя собственность, здесь твоя, здесь общественная. Вот. То есть воины и менеджеры — это одно и то же на самом деле. Если у кого есть вопросы или сомнения, вы, пожалуйста, сейчас по ходу говорите, чтобы это не был монолог. Кто хочет задать вопрос, поднимайте руку, я подойду. Алло. Говорит, кто там хочет задать вопрос? Да, да, вот есть модератор, пожалуйста, подходите. Хорошо, дальше, да, пожалуйста. У меня маленькие спортивные игроки, но все свои менеджеры... Громче, громче. Проблема, потому что они ленивые. Ленивые? Смотрите, лени не существует. Вот это вам очередной, так сказать, мой подарок, я вам скажу. Когда человек ленив, это либо ему приходится делать не его дело, ну, то есть не его, то есть когда... Они ленивые, потому что они на зарплате. Они что? Я нахожусь, но я делаю сама. Смотрите, может быть, это не ваше дело. Мы сейчас будем разбираться, может быть, вы относитесь просто, если вы говорите о себе, может быть, просто мы найдем для вас место где-то в другой части этой структуры. То есть на самом деле... человек ленью проявляется, либо работа из-под палки, то есть когда на человека производится насилие, либо когда человек просто занимается не своим делом. То есть если человек находит свое дело, это сложно, поверьте, это непросто. Но когда человек находит свое дело или дело находит человека, вообще не возникает такого. Не возникает, лени нет. То есть сколько ни работаешь, все равно мало. Вот хочется еще больше. То есть воины, менеджеры, отличие от ремесленников. Главное какое? Кто знает? Главное, физиологическое. Это ж касты, на самом деле, это разные типы людей. То есть это, ну, из разного материала сделанные люди. Какое главное отличие менеджеров или воинов от других каст? Микрофон. Они готовы на пожертвование. Ну, уже ответили на вопрос, да. Эти люди способны умереть за идею. Они способны на самопожертвование. То есть это люди, для которых абстрактные категории имеют высшее положение в иерархии, чем материальные ценности и чем жизнь. Запомнили, да? Отсюда Гастелло, Матросов, настоящие воины... способны посвятить свою жизнь для народа. Физиологически они могут это сделать. Ремесленники, торговцы не могут. Когда наступает, это прижимает, они откупаются. А эти погибают или убегают. Ну, то есть, на самом деле, помечайте себе, да? Дальше. Над воинами кто у нас выше? Они же духовные руководители. Ученые, учителя. Духовные, посмотрим. Ученые. То есть ученым положено учиться и учить. Ну, лучшим представителем, так сказать, наиболее ярким является учитель
преподаватели высшей школы. То есть эти докторские, кандидатские, new scientist, заграничные командировки, стажировки в университетах, обучение. Люди учатся до глубокой старости, профессора, и учат студентов. Ученые, учителя, это вот сюда, брахманы, да? Ученые, учителя. Есть еще одна как бы интересная закономерность. В гармоничном обществе, видите, пока все очень хорошо складывается, да, это как-то ладно, складно, да. Ну а тексты, которыми я сейчас оперирую, там, или источники, им 6-8 тысяч лет. Вот такая структура была описана. До сего времени, до сего момента как-то оно что-то, похоже, мало поменялось на самом деле. Ну, вообще, на самом деле, 6-8 тысяч лет назад были две ноги, две руки, одна голова. Не было интернета, но, в принципе, были другие. Да, я вас слушаю. Будьте добры, а какие именно тексты назовите название? Наведические тексты. Наведы. Ну, в данном случае конкретно. То есть, дальше. Об ученых что-то сказали. На самом деле, за один час очень мало можно рассказать. Как бы мы еще коснемся разных аспектов. Выше, кто у нас? Вот кто-то сказал, что 7 каст. Кто у нас выше? Кто? Дай микрофон. Вожди, президенты, там, державники. Не-не, такого там не было. Кстати, я скажу, что вот ученые и учителя, это еще и в основном священники здесь же. Это не случайно, потому что обычно даже вот в структуре западноевропейское образование университеты возникали при епископствах, то есть священники, каноники всегда были самыми просвещенными людьми и становились костяком профессорско-преподавательского состава университетов. В Западной Европе так было. Кто еще может быть у нас на пятом месте? Кто-то, кроме вот вождей там и прочих президентов, кто у нас на пятом? Кто? Не слышу, извините. Артисты. Точно. Ну, видите, вы, наверное, были на моей лекции на прошлой неделе. Хорошо, да, артисты. То есть, заметьте, чем выше положение вот в этой системе пирамиды, тем более свободный образ жизни ведет человек. А поскольку жить за что-то надо, заметьте, как-то интересно устроено, что в гармоничном, сбалансированном обществе средства существования обеспечиваются. То есть артисты, настоящие артисты, они обычно, то есть, ну как бы гонорары, есть такое понятие, там, творческие отпуска, ну, звезды, то есть есть и такие артисты, которые мало зарабатывают, но заметьте, они тоже не парятся. Он берет гитару, играет, ему хорошо. Все, ему достаточно. На самом деле ощущение счастья у такого человека не меньше, поверьте, не меньше, чем на любом другом этаже. То есть у нас здесь артисты. Артисты. Любой жанр. То есть жанр разговорный, или живопись, или музыка. Хорошо. Кто у нас, по вашему мнению, на шестой позиции? Те, кто были на моей прошлой лекции, прошу не признаваться. Кто? Бандиты. На самом деле бандиты — это вот в основном вот эти три этажа. Нет, на самом деле вот как бы они есть, они всегда были во всех обществах. То есть, но смотрите, как сказать, бандиты — хорошие тактики. Нельзя быть, просто несовместима стратегия и бандитизм. То есть, когда человек начинает, я сейчас говорю о физиологических аспектах людей. То есть группы людей устроены иначе физиологически. То есть, когда человек переходит определенную грань и начинает стратегически мыслить, он перестает быть бандитом, потому что бандитизм — стратегически нецелесообразное занятие.
Тактически можно, ну, поясню на примере, можно разработать план там нападения, увидеть красивую шапку, да, подбежать ее сорвать и знать, куда убежать, там, подворотня. Это можно понять. Но если задуматься о стратегии, то поскольку рано или поздно, да, сколько веревки не весь, а конец есть, и все, весь опыт, так сказать, человечества доказывает. Что? Это наболело у вас на самом деле просто. А я вам говорю о том, что, ну, не перешибешь плетью обуха. Вот есть законы природы, есть там земное тяготение, есть, так сказать, высшие силы, и все. Тут не попрешь. Ладно. На шестом этаже у нас мудрецы. У них, вернее, 6000 лет назад там были, наверное, мудрецы. Мудрецы. Мудрецы, чем их отличие от ученых? У них, они не обязаны учить и учиться. Вот эти, это, ну, преподавательский состав. Если он не будет учиться и учить, он не будет получать зарплату. Будь то из бюджета или от спонсоров, от кого угодно. Мудрецы живут, мудрые люди делают, что хотят. Водопроводчик может быть мудрецом. В определенной, так сказать, вот по этому критерию он относится к шестой кадре, к касте. Еще одна отличительная особенность мудрецов. К ним люди приходят сами. Они, вот, просто люди, которые не ищут, не навязывают, не ищут общество других людей, не навязывают свою точку зрения. Старцы в классической христианской православной традиции, старцы живет себе где-то в ските или на пустыне. А люди знают, что там мальфары, вот сейчас есть, ну, мальфары, правда, они частично в седьмую уходят в систему. Вот. Но есть такие люди, понятно, да? Ну и седьмая. Седьмая позиция, тут кто не знает, я, так сказать, подведу. Сказки все читают. Про волшебство все слышали. В любом языке любого народа есть слово маг, или волшебник, или колдун, или... То есть языки так устроены вообще. Язык – это живой организм, живая система отображения мыслеформ, образа. То есть явления, которых нет в жизни, для них нет определения словесного. Или они умирают явления, умирают слова. Если слово живет, значит, за ним что-то стоит. Это так я вам как бы в общих чертах обрисовал. То есть у нас на седьмой ступени из тех людей, которые живут вот среди нас, маги, это очень считается небольшая группа людей, у которых, ну, как они живут, где они живут, никто не знает, потому что им еще меньше, чем мудрецам, нужно афишироваться. Вот. Но по косвенным, как бы, факторам мы можем отслеживать, что что-то такое бывает у нас. Если будет кому-то интересно, можно отдельно там о каждой касте говорить и коснуться. Смотрите, вот теперь переходим к моменту текущему. То есть вот то, что я вам рассказал, это вот помните, коммунистическая пропаганда, низы, революционная ситуация. Низы не могут, низы не хотят, верхи не могут. Низы, верхи, крестьяне, рабочие, интеллигенция. Ну, я вас тоже призываю, вот по ходу я что-то говорю, а вы поищите себе там в памяти, поройтесь и задайте мне вопросы. Может быть, вы знаете какую-то профессию, которую вот трудно отнести к какой-то из этих каст, вы мне скажите. Мы попробуем разобраться. Да, я вас слушаю. Сучасність сьогоднішнє суспільство наше поділено на три класи. Це бідняки, як клас злиднів, середній клас і клас олігархів-бандитів. Ви згідні з цим? Ні. Добре, наступне. От ми все частіше чуємо заклики до побудови громадянського суспільства, Ага. Гражданського общества в русському язикі. І от саме на цьому майдані революційному йдуть пошуки
нової моделі громадянського суспільства. Ви з цим згідні чи ні? Ні. Чому ні? Отвечаю. Очень хороший вопрос. Ну, добре, відповідь. Ні, очень хороший, спасибо. Вопроси, ну, как бы актуальные. Ну, видите, все. Нужные вопросы посылаются, и на них даются ответы. Смотрите, отвечая на ваш первый вопрос, я начну со второго. Вы говорите, ищутся новые формы гражданского общества. Я на моем жизненном опыте, я был в разных странах и на разных континентах, и, в общем-то, я всегда стараюсь смотреть, наблюдать, анализировать то, что я вижу, не подгоняя ни под какую-то схему. Вот, как бы я увидел, что везде люди живут примерно одинаково. То есть везде всех интересует одно. Все хотят быть счастливыми. Вот каждый человек хочет быть счастливым. Каждому человеку нужно там кушать, ходить в туалет, какие-то получать там впечатления, быть с другими людьми, мы социальные существа. И я бывал даже, скажем так, в горячих точках, подобных вот этой вот, да, то, что сейчас на Украине. И, по моему мнению, вы можете со мной не соглашаться, но я еще историю изучал. И историю изучал не только по книжкам. Я, была возможность общаться с людьми, историками, не книжными червями, а вот такими людьми, активно живущими и в то же время, на самом деле, ничего нового в Украине не происходит. Ничего того, чего не было бы в Европе на протяжении, это мое мнение, вы можете не соглашаться, на протяжении последних 300 лет. Это вот как бы к вопросу о гражданском обществе. А как вы ставитесь до такого питання побудови суспільства середнього класу, де найвищим та найчисельнішим класом є середній клас? Наголошую на цих двох складових. Найвищим та найчисельнішим класом є середній клас. Смотрите, то есть мы сейчас, как бы, давайте условимся, да? То есть я отвечу на ваш вопрос, и мы как бы закончим мою лекцию. То есть то, что вы называете средним классом, и вообще классовая система, да, там, это, я же вот, видите, перед вашими вопросами я так немножко пренебрежительно в сторону отнес. Сказал, что там кулаки, бедняки, середняки, знаете, это все, вот это средний класс, это все моложе, этот образный ряд и эта классификация, ну, ей там 100 лет, понимаете? То есть еще 300 лет назад в Европе было рабство. Еще 200 лет назад в Америке тоже было рабство. То есть вот я просто... То есть средний класс на самом деле это двигатель Европы. То есть в Европе, вся Европа держится за счет так называемого среднего класса. Понимаете? Но системы, они друг другу не мешают. То есть есть так называемые элиты, есть там английская королева и семья королевская, и монархические семьи. Есть Ротшильды, есть много есть разных семей, но на самом деле, как бы, если вы мне позволите, я хотел бы закончить лекцию, а мы с вами потом можем пообщаться и по поводу среднего класса. Я просто закончу, отвечу на ваши вопросы, поскольку они были заданы. Вопрос был относительно того, согласен ли я, что у нас три класса, я не согласен, потому что смотря по какой классификации, в Советском Союзе вообще была классификация «одна общность, советский народ». Ну, тоже определенная система. Я рассказываю вот о модели и предлагаю, так сказать, прикинуть. Не предлагаю вам встать на мою позицию. Предлагаю вам что-то вынести, да, тем более, что я подхожу к самому интересному месту. И гражданское общество, извините, но оно тоже, как бы, в нашей стране только формируется. То есть мы, вот предыдущий оратор говорил о Греции, цивилизации вообще так немножко цивилизации, если опять же я на секундочку отвлекусь, если вот это наш, как бы, вот это наша земля, да, и вот эта ось времени, то цивилизации развиваются вот как-то вот так по-разному, но вот
они друг на друга накладываются, да? Но вот была там древняя египетская цивилизация. Вот это появилась там древнеримская цивилизация. Вот где-то здесь появилась иудейская цивилизация, потому что это действительно нужно... Она имеет вот все параметры, все характеристики цивилизации. Система религии, система культуры, система питания. Это очень важно. Вот. То есть, и если говорить о нашей цивилизации, а наша цивилизация, назовем ее... Ну, я не буду там в генезис глубоко вдаваться. Восточные славяне, да? Русские, украинцы, белорусы, да и поляки тоже. Вот. Ну, я скажу так, мы еще идем в гору. Поэтому по некоторым, как бы, и это нормальное явление. То есть цивилизации испытывают свой расцвет, потом угасают, потом исчезают. Нужно просто с этим согласиться, что не факт, что наши с вами далекие пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-внуки полетят куда-то там в Альфа-Центавру. Может быть, полетят представители уже следующей цивилизации. Но это как бы это не тема нашей сегодняшней лекции. Отвечая просто на вопрос нашего моего оппонента, мы сейчас идем в гору, и через некоторые фазы, которые были в Древней Греции, а где-то здесь была и греческая цивилизация, они прошли через развитое гражданское сообщество. И куда они ушли, мы видим. Так вот, мы еще туда не дошли. Мы дорастаем до этого уровня. Вот для нас это новое. Потому все так сейчас переживают происходящее в Украине и на Майдане, потому что действительно мы этого опыта и наши предки этого опыта раньше не имели. Поэтому для нас это действительно новое. И мы действительно должны этот опыт получить, его интегрировать и пойти дальше. И получить некую прививку против подобных беспорядков и подобного безобразия, как крадущая власть, как наши дети не будут вынуждены через это проходить, если мы сейчас этим переболеем. Вот как-то так примерно. А переживать особо не стоит. То есть все было на самом деле. И нет ничего нового в этом лучшем из миров, как говорят. Так вот, давайте вернемся к этой схеме. И посмотрим. Я вот сейчас освежу свой вопрос. Какие профессии, труд, вообще, как определить, к какой касте человек относится? Отвечаю, по роду занятий. В основном все из нас, мир устроен достаточно гармонично. Там мужчины ходят на охоту и добывают там хлеб насущный, женщины рожают детей и поддерживают огонь очага. Ходим мы ногами вниз, головой вверх. Все достаточно в порядке в этом мире. Еще он не полностью сошел с ума. Так вот, давайте. Какие профессии, я не упомянул, какие трудно уложить в это прокрустово ложе? Да. Я, наприклад, вважаю, що на рахунок графіка, що наш світ є одною цивілізацією, і рухається він по прямій вверх. І ось знову я повертаюся до цього питання. Я не пропоную будувати, я пропоную провести дискусію на рахунок суспільства середнього класу. Хорошо, давайте ви... Давайте ви... Єдині з тим, що наш світ є єдиною цивілізацією, ми не можемо жити... Отлично, там, я понял. Я вас услышал. Спасибо. Я услышал. Давайте вы договоритесь с организаторами и проведете дискуссию на этот счет. Хорошо? Давайте. То есть смотрим на эту модель и все-таки пытаемся какую-то профессию найти, которую я... Да, вот есть. Вот есть вопрос. Какую профессию я не... Я, прошу прощения, добрый вечер. Вот интересно, профессия, или это какой-то состояние политик. Это куда, кому, в какой касте? Это первый вопрос. Второй вопрос. Наверное, первый вопрос будет тот, который сейчас скажу. Куда вы себя относите, согласно этому? Лично себя, хорошо. Куда политик и... Я запомнил вопросы. Вот еще у нас... Я отвечу. Мне как-то трудно классифицировать медиков. Медиков? Вот сюда.
вот сюда. Кроме хирургов, хирурги вот сюда. Вы правильно сказали, медики. Это правильное слово. А еще более правильное слово целители. Вот если бы вы сказали врачи, я бы сказал, их здесь нет вообще. Потому что врачи, знаете, что делают? Врут врачи. Правда. Вот медики, это уже ближе. Вообще, интересная, интересная вообще тема язык, да? То есть медики в основном учатся, ведь медики как бы мешки с цементом не ворочают. Задача целителя – рассказать, объяснить человеку, как ему жить так, чтобы он не болел. Понимаете? Люди болеют не потому, что они обязаны болеть, или потому, что болезнь – это естественное состояние организма. То есть, если человек живет правильно, он не болеет вообще. Не болеет, в принципе. У меня есть много знакомых, которые вообще не болеют. Я сам стараюсь жить правильно, очень редко болею. Ту-ту-ту-ту-ту. Правда? Это так и есть. То есть ученые, учителя – это медики, целители и дальше, и выше. Политики. Политики – это люди, которые устанавливают границы и потом поддерживают. Политики – это вот, воины. Должны быть. Должны быть. Еще есть вопросы по профессиям? Да, вот там микрофон, пожалуйста, дайте. Минулого разу я у вас запитала, як ви визначаєте, як кожна людина може визначити, до якої касти вона належить. Ви сказали, що людина сама це має відчути, їй це подобається. От мені цікаво, подобається робочим віддавати своє життя на те, щоб підтримати своє фізіологічне існування. Отвечаю на ваш вопрос. Якщо чоловік і слухає, от тут стоїть і слухає, он не рабочий. Его вот то, что я говорю, его просто не коснется. Он пройдет вот так, он не услышит. Он будет идти там или пиво пить, или думать о своих проблемах, он не остановит. То есть интерес уже к миру и к тому, что говорят, появляется на втором уровне. Понимаете? То есть здесь от противного. У рабочего нет выхода. Кто-то должен обеспечивать материальными ресурсами всю эту пирамиду. Не должен, потому что кто-то его в ярмо запряг. Просто потому, что у каждого есть шанс. Когда рабочий, проходя мимо, так сказать, вот что-то его зацепило, заинтересовало, он остановился, начал слушать, у него открылись глаза, он, блин, пришел домой, открыл интернет, там, начал читать, через полгода он уже не рабочий. Да, пожалуйста. Я ответил на ваш вопрос? Дмитрий, не очень. Дмитрий, да. Вы забыли ответить еще на второй вопрос этого человека. К какой касте вы относитесь? Я в конце хотел сказать. Смотрите, если сейчас вопрос повторяется. В 90-х годах я занимался бизнесом. Так сложилось. Вопрос был обо мне, я отвечу о себе. Окончил Днепропетровский государственный университет, физико-технический факультет. Я ракетостроитель. Мое направление – это системы управления летательными аппаратами. Вот ракетами, вот эти, помните, там, советские СС-20, там, двойная специальность, военный билет офицерский сразу, 7 лет учебы, МГТ и Баумана, вот если кто знает, это вот космические ракетные. И тогда уже в 90-х годах работы не было, поэтому я занимался бизнесом фактически с университетской скамьи. Когда уехал за границу, бизнес за границей без стартового капитала трудно очень начать, там, в общем-то, другие деньги. Поэтому мне пришлось идти работать менеджером, то есть менеджером-управленцем. И работая от управленца среднего звена, то есть я в рекламном агентстве сначала работал, управлял, потом очень быстро, там через 2 года я восстановил бизнес, то есть я занялся уже бизнесом, заработал какие-то деньги, вот, и
управляя своей компанией, начал, вышел на позицию, ну, у них это по-другому, член правления хозяйственного общества в Польше, это определенная квалификация, нужен сертификат, я сделал этот сертификат, то есть я стал уже чистым управленцем, даже не в своем бизнесе. То есть я как-то отструктурировался ближе к менеджерам, к воинам. Вот. А уже несколько лет я, ну не то чтобы избегаю, но есть возможность не входить в реальный бизнес, есть возможность. То есть у кого нет возможности, к какой вы касте относитесь, можно еще по одному критерию определить, что у вас получается. Вот если у вас получается, вот у меня получается не погружаться в реальный бизнес, потому что реальный бизнес это реально тяжело. То есть когда ты общаешься с людьми там определенного крупного калибра, тебе нужно решать определенные серьезные вопросы, к концу дня это ты просто как лимон выжатый, а по-другому нельзя. Вот. Сейчас есть возможность уже несколько лет заниматься консалтингом. То есть я людям рассказываю, помогаю проводить реорганизации их бизнесов на основе моего опыта, на основе знания устройства Европы, а мы в принципе идем по европейской модели. Люди мне, у людей получается, люди мне платят деньги. То есть теперь я ухожу в сторону вот сюда, учусь сам и учу других людей. То есть в принципе в жизни человека где-то флуктуация в районе там 2-3 этажей возможна. То есть можно скатиться, например, имея хороший старт, можно скатиться до рабочего. Можно. Ну, если как бы нет каких-то там движущих сил внутренних, да? Если человек сам себя не тянет вверх, а наоборот съезжает вниз. Хорошо. Да, я ответил на вопрос. То есть я так понял, что из касты воина вы теперь поднялись в касту брахманов. Смотрите, у каждого человека присутствуют все составляющие. То есть мы не в Древней Индии, это как бы некая модель, которая просто показывает, что ну, есть некая структура и некая организация у всего вот, нашего общества, которая не меняется с тысячелетиями. Это оптимистично на самом деле. Это очень оптимистично, потому что тогда понимаешь, что вот это вот этот бардак, который происходит, он, ну, он на самом деле временный. Потому что структура все равно вытащит на себе. Человек или живет по таким структурным путям, или просто умирает, вырождаются там, народы, так сказать, поглощаются другими народами. То есть я ответил на вопрос, что у каждого из нас есть составляющая, ну, одна из. То есть мы это такая радуга, только один из цветов светит ярче. А выше будете подниматься? Можно. Сейчас нет, вы будете выше. А я не знаю. Я не знаю, это же не от меня зависит. Тут запитують, де можна інформацію, да. Наприклад, прочитати в інтернеті чи, можливо, книги. Можна. Дело в том, что мне нужно уходить, я хотел узнать, где можно взять материалы, о которых вы сейчас говорите. Смотрите, заходите в интернет, в эти интернеты, как говорят, пишите варны, то есть касты это такое. Название, оно прижилось, но оно не кошерное. Варна – это то же, что каста, только шире и глубже, да? И читайте расшифровки варны. Вот, варны, да. То есть это древняя индийская философия. Ведические тексты, веды. Вот пишите веды, только не как бы... Сейчас в основном кришнаиты считаются, как бы, считают себя продолжателями там, традиций ведических. Старайтесь вообще избегать всяческого религиозной окраски. То есть это не идеология, это знание. Это просто, ну, как вот земля, так сказать, земля внизу, а солнце вверху. Это знание просто, знание и сила. Почему я назвал лекцию «Начнем с себя»? Потому что для того, чтобы куда-то идти дальше, нужно сначала понимать, кто мы, на чем мы стоим, как бы, как примерно устроено общество. А все на самом деле достаточно просто устроено. Козьма Прутков говорил, что просто каждому нужно, вернее, что просто каждому понятно, а что сложно, то никому не нужно. То есть это все вот примерно об этом.
И если можно, времени немного уже осталось, я хотел бы тут подвести. Вот там. Хорошо. Еще я пытаюсь. Да, да. Только, пожалуйста, вопросы. Не утверждения, а вопросы. Да. Конечно. Да, что относится к журналистам? Да. Что? Журналисты? Журналисты – это артисты. Артисты. Артисты, однозначно. От ця піраміда, їх же 6 тисяч років, так? Ну, 6-8. Не суття. Знання. Дозвольте договорити. За ці 6 тисяч років цивілізація наша, світ, вона розвивалася. І ця піраміда у нас же не актуальна. Наше суспільство поділено на три класи. Это утверждение. Я просил вопрос задавать. Модератор. Я задам питання. Ну, будь ласка, послухайте мене. Не перебивайте, я вас не перебивав. Це найнижчий клас бідняків, середній клас і клас олігархів бандитів. Прошу, я питання задаю, будь ласка. Хорошо. Если можно вопрос, давайте мы все-таки будем уважать собравшихся. Я питання хочу задати. Так задавайте, пожалуйста. Чому ви вважаєте, що неможливо побудовувати суспільство середнього класу? Чому? І от скажіть мені, і чому ви не згідні, що наше суспільство поділено на три класи? Ще раз, відповідаю на ваш вопрос. Три класи, це согласно вашій моделі. Согласно вашій моделі. Согласно вот этой моделі, я не говорю, що вона моя. Заметьте, я ни разу не сказал, что я как-то ручаюсь головой, там, зуб даю. Нет, это некие знания, которые просто я вам транслирую, которые я прочитал. Постарался ничего не видоизменить, пропустил через себя, заметьте, без шпаргалки читаю. То есть три класса – это ваша модель. В следующий раз договоритесь, расскажете о своей модели, может, кому-то будет интересно. Да, я вас слушаю. Есть вопрос? Есть вопрос вот здесь вот. Человек в красной куртке. Модераторы, не увлекайтесь дискуссией. Вы меня слышите? Ну, добрый вечер. Добрый. Я, к сожалению, не знаю, как вас зовут. Дмитрий. Буквально на концовку, да. Меня привлекла непосредственно ваша фраза по поводу ведических знаний, да. Я так понимаю, вы отображаете сие на бумаге из ведических знаний. Еще раз, вы понимаете, что я что? То есть вы отображаете сию структуру общества, которая есть на бумаге, она у вас в голове благодаря ведическим знаниям, да, которые вы там непонятно где. Вы наконец успели. Я 20 лет прожил за границей. Вот, я объездил, но не скажу, но это был не главный в Австралии вопрос. Не был. Но то есть это не система, которая у меня в голове. У меня в голове там, наверное, десяток разных систем. Вот. Просто если вот организаторы найдут время, я приехал вот на этот Майдан с целью, так сказать. Но до конца быть вместе с этим Майданом. То есть, судя по всему, несколько дней, несколько вечеров еще я здесь буду проводить. Если организаторы найдут время, я несколько других систем тоже представлю. То есть я начал с этой, потому что она как бы понятнее. Да. Ну, то есть, вопрос. Вопрос. Я сейчас перед собой вижу стенд непосредственно, который подтверждает ведическую систему общества. Ну и что? Ну, не, подождите, это был вопрос. То есть я перед собой вижу ведическую систему общества? Нет, этот человек не сможет сказать «да», потому что это неправда. Потому что и он сам знает «да». Ну. Да. Но так или иначе, вы здесь всем только что, буквально 20 минут тому назад, говорили о том, что это так. Нет, я говорил так, о том, нет. Что... Нет, секундочку. Я не знаю, к сожалению, как вас зовут. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий. Да, я учусь в Духовной Академии Ведической, вот, здесь, в Киеве. Хорошо. И как бы вы сейчас занимаетесь непосредственно заменой понятий. Как минимум, есть четыре ответвления общества, да? Да. Направления, четыре. Вы их можете назвать? Ну, ведические, я их могу. Ну, шудры кто такие? Рабочие. Дальше. Вайшью. Кшатри. Брахманы. Все. А что вы тут нарисовали? Хорошо. Простите меня.
Хорошо, ну давайте тогда так, глубже пойдем. Тогда не надо... Сейчас, секундочку, нет, просто... Дима, вы не торопитесь? Нет, я не тороплюсь. Ведущий, у нас еще есть час? Есть час у нас еще? Ну... Нет, секундочку, давайте... Если вы об этом говорили, просто я прошу извинения всех... Вы на каком курсе учитесь вашей... Это не высшее учебное заведение. Отлично. Ну давайте тогда я быстренько пробегусь, чтобы было Диме понятно. Я думаю, что он тоже что-то интересное для себя узнает. Согласно классической индийской древней системе представлений о физиологии человека, человек имеет 7 энергоинформационных центров. Да? Согласны, Дим? Так называемые чакры. Да? За что у нас отвечает первая чакра? Где она у нас находится? Мне можно, мне лектору можно задавать вопросы. Ладно. Я буду рассказывать. То есть, чтобы вы понимали, почему 7, Дима, вы кое-что интересное сегодня для себя узнаете. Да бача о 7-й чакре, а не о 1-й. О 7-й чакре, а не о 1-й. До 7-й надо дойти. Так давайте до нее дойдем. И 7-й нужно выйти. Ну, вы понимаете, в две стороны происходит движение. И сверху, и снизу. Вы тоже не можете с этим не согласиться. То есть, почему 7 чакр? Потому что в модели, о которой говорю я, привязаны направленности человека, профессии, к активности того или иного энергоинформационного центра, той или иной чакры. Я быстро, потому что времени мало. Слушайте, Дима. Первая чакра. Цвет красный, находится на уровне окончания позвоночника. Это корень, которым человек укоренен в землю. Ну, в биоэнергетическую структуру земли. Это как бы... Вот человек иногда может попасть в аварию, может потерять ноги, да? Если человек потерял ноги, он еще живой. Если отхватило первую чакру, корень перерезан, и человек не живет. То есть первая чакра обеспечивает, ну, в общем-то, поток жизненных сил из земли. Ремесленники, вторая чакра. Находится на 2 пальца ниже пупка. Там у нас живут эмоции. Эмоции? Нет, желания. Желания там у нас живут. То есть человек-ремесленник, человек-бизнесмен, он движется по жизни желаниями. Ему хочется. Хочется вкусной еды, хочется красивой одежды, хочется денег, хочется секса. Это тоже все отсюда. Человек, живущий, у которого, как я уже сказал, это радуга. И если этот цвет, этот центр более активен, то этот род занятий наиболее, так сказать, отчетливо присутствует, доминирует в жизни человека. То есть на третьем этаже у нас эмоции. Эмоции, центр, чакра, это солнечное сплетение. Здесь же у нас воля. Когда вы встречаетесь с волевым человеком, он вас так поддавливает. Да? Это менеджер, он управляет людьми при помощи эмоций. Тут и пряник. То есть негативные эмоции заставляют бояться, позитивные эмоции заставляют, мотивируют. Да? Стимуляция, стимулирование и мотивация. Да? Ученые. Ученые – это четвертая чакра, то есть люди четвертой чакры. У них наиболее активная энергетика сердечной чакры. Почему? Потому что наиболее эффективное обучение происходит на линии и на вибрации любви. Вот, четвертая чакра – это сердце, это источник любви. Я говорю о физиологических вещах, это как бы не видно, но... Пока, наверное, Диме трудно как бы возразить, потому что согласно классическим представлениям, примерно так это и есть. По-другому? Дима, записывайтесь, сцена свободная. Я как бы систему дорасскажу до конца, если интересно. Если интересно.
Вам же знакомо такое понятие ведическое, как ученический английский? Ученик кого вы являетесь? Хорошо, я скажу. А у меня два учителя, то есть в Украине, я не буду говорить... Которые имеют вот ученический английский. Да, я скажу, то есть, пожалуйста, это... Любовь Илларионовна Уманец, это у нас Дима. Ну, на самом деле, если у вас есть потребность, нет, секундочку, вы можете так считать. Пожалуйста. Не, это не ваше право. Хорошо, ладно. То есть, если уже задан вопрос, а я действительно рад, что мы пошли глубже, потому что это очень важно. То есть, вот мы дошли до четвертой чакры и до ученых и учителей. Четвертый энергоинформационный центр находится на уровне сердца. Это крест. Все знают символ креста. Вот я вторую руку не буду протягивать. То есть перекрестие вертикального течения энергии, то есть между экосистемой Земли и космическими там, высшими силами. И горизонтальный. Горизонталь – это люди. То есть мы все равны. В сердце находится источник любви. И, как я уже упомянул, почему именно так устроено? Потому что вот, когда деток нужно научить, у кого есть дети, понимают, о чем я говорю, кто помнит, как был ребенком, вспомнит, что... Учиться легче всего, любя учителя, любимый учитель. Родители – это самые первые наши учителя. Именно любовью обеспечивается то, что детки слушают, а родителям хочется научить своих детей чему-то. То есть это любовь. Артисты. Пятая чакра находится у нас на уровне горла. Чуть ниже там вот, щитовидка. Тимус, есть такая железа. Тут занимается биоэнергетическими практиками, может при помощи несложных механизмов, маятника, можно там гаечку привязать на нитку. Тоже есть в интернете техники, можно научиться работать с чакрами, понимать, какая закрыта, какая открыта, но это тоже тема для отдельной лекции. То есть голос. Голос – это то, что есть у каждого, как правило, если нет отклонений, которые тоже бывают. То есть артистические способности исходят из вот этой вот части. Пока быстренько, я постулирую, если нужно, правда, могу еще глубже пойти. То есть и еще... углубимся. Мало кому будет понятно, мало кому будет, кому-то будет интересно. Вот. Мудрецы. Шестая чакра символизирует понимание жизни. Кто знает, может быть, есть такое понятие, третий глаз. Он находится между надбровными дугами, вот здесь. То есть это место, где, согласно традиции, считается... у человека находится этот третий чакра. Вот. Человек понимает очень хорошо, что происходит. Маги – это люди, у которых, назовем так это, открыт канал с запредельными, или с высшими силами. Вот. Ну, еще стоит отметить, что чакры, кроме первой и седьмой, они двойные. То есть по традиции они двойные, то есть у человека есть спереди точка входа энергии и сзади. Они вот симметрично находятся, нижняя, понятно, уходит в землю, потому что мы получаем как корень энергию от земли, получаем информацию, определенные сигналы сверху, тоже должна быть одна точка входа информации. Все остальные чакры, они исполнительны, то есть мы ими живем. Причем, я закончу мысль, да? То есть, передняя часть организма человека отвечает за
идеальную составляющую. То есть это мы идем вперед по жизни, и передняя часть, вот передняя наша плоскость, это то, как мы вот ходим, мы ходим передом, куда бы мы ни входили. Все видят, вот он я. Вот, это я. Таким образом мы формируем наше будущее. Вот, ну, не знаю, понятно ли это вам, но передняя часть, я говорю о довольно тонких вещах, так, не каждый день, не на каждой площади, так сказать, об этом говорят. Задняя часть, задние проекты чакры, они исполнительны. То есть вот человек ходит весь такой, передом ходит, и никто не думает, что вообще-то несет его позвоночник на себе. Так вот, спина – это наш исполнительный аспект. Ну, как бы, могу подробнее. На самом деле, это все очень связано со здоровьем. И с, ну, в конечном счете, с гармоничной, счастливой, здоровой жизнью человека. Давайте ваш вопрос. Дмитрий, скажите, пожалуйста, кто автор этой концепции, которую вы сейчас рассказываете? Вы знаете, это синтез. На самом деле. То есть если это вот лекция, которая происходит здесь, она бесплатная. Я понимаю. А кто этот синтез сделал? Кто автор синтеза? Кто на сцене? То есть ваш вы, покорный слуга. Дмитрий, вы, да? То есть вы это автор этого синтеза. Это, да? Это спасибо, мой, спасибо. Да, это как бы синтез из всех тех знаний, которые я получал и получаю в жизни. И которые получают эмпирическое подтверждение. Ладно, давайте вернемся к теме лекции, которую, в общем-то, я хотел привязать к происходящему сейчас у нас в стране. По вашему мнению, кто, представитель какой касты должен управлять государством? Вот, маги! Кто? Маги! Магам вообще, знаете, вот, до нас с вами вообще никакого дела нет. Так это ж самая высокая каста. Математики! Дело в том, что, смотрите, совсем недавно говорили, что и кухарка может управлять государством, да? Но это не совсем так, но, ну, прошло 20 лет, да, или 30. Маги наверху, кто же должен управлять? Еще раз. Магам, вот повторяю, ну, может это непонятно, не слышно. Да. Что? Еще раз. Я не слышу. Да. Так, что-то я вообще не понимаю. А есть модераторы вообще здесь? Вы по теме лекции? Минутку. Хорошо, ладно. Давайте вернемся к теме. Насчет управления государством. Маги, согласно этой концепции, что делают маги? У магов нет амбиций, которые движут людей там, к тому, чтобы управлять государством. Им это не надо. Они живут своей как бы спокойной жизнью, у них есть все, что им нужно. Им нужно только по жизни, ну как бы, ну, согласно этой концепции, получают удовольствие от того, что там какие-то свои магические штучки делают. Вот Гарри Поттера смотрели, там нет желания у этих людей управлять государством. То есть государством управлять – это не такая квалифицированная работа на самом деле. То есть государством управлять – это работа силовая, как правило. Ну, то есть это вам подсказки. Давайте еще, какие версии есть? Кто должен управлять государством? По этой системе вот есть желающие. Третья каста менеджера. Да, ну, дальше не буду вас, так сказать, держать в некой интригу не буду держать. Вот всего лишь третья каста. То есть, вот почему, например, да, когда управленцам не хватает знаний, они в любой стране обращаются в Академию наук, они дают запросы в институты, они приглашают там высокооплачиваемых экспертов, потому что
управлять государством согласно этой концепции, как мы понимаем, спорной, как любая концепция, можно опровергнуть что угодно, если есть желание опровергнуть. Вот. Воины или менеджеры – это люди, которые способны идею поставить выше своего интереса. Это люди, которые физиологически, ну, не тяготеют к коррупции. То есть им оно не надо. Это не значит, что... То есть есть много людей среди вас, которым, ну, просто противно брать взятки. Вот, даже если бы давали. Я не скажу, что все, но часть таких людей есть. Противно. Ну, живу, может, меньше заработаю, но не буду пачкаться вот этой взяткой, да? То есть вот они не берут взяток, потому что им, ну, как бы, не хочется. А если им не хватает знаний, то ученые им помогают, их, ну, дают им информацию. Вот. Торговцы, ремесленники, бизнесмены, какого бы уровня ни были, хоть олигархи, это всегда всего лишь второй этаж этой пирамиды. Да, они живут и своими желаниями. Помним, вторая чакра – это желание вот здесь. Живот набить и вообще там, покрасоваться. И они за счет своих налогов содержат, заметьте, все вышестоящие или вышележащие касты. Заметьте, артисты выше управляющие государством. Вот почему там на всякие свои корпоративы мы приглашаем артистов, и артист может отказать. Он не обязан идти даже к президенту. Может сослаться на болезнь. Да. А бизнесмен не может сослаться на болезнь, если нужно платить налоги. У него нет такой возможности. И вот теперь давайте вспомним. Это как бы, собственно, мы немножко задержались. Видимо, следующий лектор... Нет, все нормально, вы маете час. Все, да. Значит, как я хотел построить лекцию, как я хотел вам... Какие вопросы хотел вам задать? Пару вопросов в конце. То есть я вам хотел напомнить, что там 70 с лишним лет, кто управлял нашей страной, ну, согласно этой модели. Кто? Рабочие и крестьяне, да. Да? Сейчас кто управляет? Какая каста? Бизнесмены, да. Да? Люди, у которых коммерческий интерес стоит на первом месте. Не надо их винить. Ну, надо себя... Себе задавать вопросы насчет своей компетентности, потому что знания, о которых, ну, как бы я говорю, да, не бесспорные, но хоть какая-то модель, хоть какая-то там, хоть какой-то свет в конце тоннеля, хоть какая-то попытка моя разобраться в системе устройства социума. Эти знания, как и многие другие знания, доступны в интернете. Вот. Не говоря уже о морально-нравственных характеристиках правителей, да, потому как еще древние римляне, вот был передо мной оратор, который греков вспоминал, древние римляне такую фразу в свет пустили: государства разрушаются, когда люди перестают хороших людей, когда народ перестает хороших людей отличать от плохих. Не помню, как это по латыни, но вот на русский язык перевод такой пример. То есть надо интересоваться теми людьми, которые, так сказать, которые интересуются властью в стране. И надо вовремя им говорить там на всех уровнях, начиная с самых нижних, они же выходят там из низов. Ну, неважно, давайте так сказать, сейчас управляют вот эти. Вот эти. У них... Клептомания, потому что она у них просто в инстинкте, все. То есть нужно что-то с этим делать, но
Чтобы было понятно еще, задам вопросик. А предыдущий президент страны, к какой он относится касте по этой системе? Вспомним. Кто? Кто-кто? Четвертый? Я правильно услышал? Да. Да. Он академический человек. Мечтатель. Теперь понятно, почему нельзя его винить за то, что в стране не было жесткой вертикали. Это ответы на вопросы на самом деле. Может, шарлатанство. Но я для себя их увидел. И точно так же, как волонтер. Здесь работаю там. Точно так же, вот как волонтер, к вам как к собеседникам, не как гуру, а как к равным. Вот делюсь своими, так сказать, находками. Ну, это был предыдущий. И вот теперь вопрос наш. Ну, если мы играем в эту игру, давайте подумаемся, если государством, ну, по этой системе должны управлять военные, люди, которые моральные и нравственные ценности и идею вообще могут поставить над Чистоганом. Кто наш следующий? Ну, рано или поздно все кончается, да? Кто из имеющегося, так сказать, у нас арсенала лучше всего справился бы с управлением государством? Спасибо. Вот на этом вопросе я хотел бы закончить мою лекцию. Если у кого-то есть вопросы, давайте. Да. Я так понимаю, с вашей точки зрения, самое лучшее управление государством – это воин. Это не моя точка зрения. Хорошо, это точка зрения, которую я считаю, как бы, я к ней тяготею, но это не моя точка зрения. Тогда у меня такой вопрос. История за многие тысячи лет показывает такую вещь, что когда у нас есть идеи, находятся те, кто с этими идеями не согласен. Идеи, даже вот эту пирамиду придумали, вероятно, какие-то брахманы в свое время. То есть они, вероятно, я так предполагаю, все-таки создавая законы, скажем, они писали их под кого-то и, вероятно, учитывая свой интерес. Значит, в чем вопрос? Любая идея, скажем, даже самая хорошая, в свое время были крестовые походы. Были идеи... В свое время что, извините? Крестовые походы. То есть, когда во имя идеи просто вырезались целые города. Наличие какой-то идеи, вот вы спорили с человеком, который не разделил вашу идею. Если продолжать в том же духе, то, вероятно, это закончится какой-то потасовкой или какой-то войной на уровне государств. То есть наша идея или концепция не совпадает, на Земле достаточно много людей. Если она не совпадает, начнется противоборство идей. Вопрос заключается в чем? Если идея приводит к конфликту, это мое видение, наличие идеи вообще в обществе, рано или поздно они будут конфликтовать. А возможно ли с вашей точки зрения убрать корень самого конфликта? То есть убрать саму... как бы сами концепции и сами идеи. Отвечаю. На хороший вопрос, правда. Смотрите, по поводу идей. Ну, я отвечу как бы на вопрос, но сначала насчет идей. Извратить можно любую идею. Это можно сделать. Можем. Правда. Ну, дорога в никуда, поэтому не стоит. Значит, крестовые походы, да, менеджеры, воины, ведомые церковными, да, учителями, шли и вырезали народы. Было. То есть, ну, согласно данной концепции, цивилизации проходят там периоды роста. То есть, мы не можем судить, никто не знает ответа на все вопросы, почему так происходит. Зачем войны случаются, да? То есть это вообще там миллионы людей гибнут. 7 лет я занимаюсь
работой консультанта последние 3 года я веду тренинги психологические. Я занимаюсь тем, что я помогаю людям, не за один вечер, не за даже два. Ну, за 7 вечеров уже можно что-то там помочь. То есть, на самом деле, чудесной таблетки не существует. Чудесная таблетка – только работа над собой, и нужно несколько лекций, несколько сессий, тогда как-то выстраивается целостная картина. То есть сегодня один мой политический товарищ, единомышленник, сказал мне, я ему как бы помог, я ему дал на 7 страниц текст, который называется «Морально-этический кодекс». Я сказал ему следующую вещь, что проблемы партии или там законов, законы могут быть любые, проблемы в стране не в том, что законов нет, не в том, что партии плохие, проблема в том, что, вот как я сказал, когда мы проводим реорганизацию, мы упираемся в качество материала. Человеческий материал, во многих случаях, надо улучшать, чинить. Качество материала – это нравственная составляющая, понимаете? Вот поэтому даже в Советском Союзе был моральный кодекс строителя коммунизма. Они как бы извращая, но... То есть есть... Я человеку сказал, вот на 7 страниц морально-этический кодекс члена общественной организации. Пусть человек в кодексе прочтет, что такое совесть, согласно определению, что такое воля, что такое честь, что такое достоинство. Многие люди оперируют понятиями, даже не зная вообще, что они значат. Например, честь – это внешнее проявление заслуг человека, да? А достоинство, наоборот, внутреннее. И, целый ряд. Поэтому там есть глоссарий. Он сказал: «Дима, все хорошо, но на одной странице, так, чтобы эмоционально окрашено, чтобы хватало». Но я ему сказал: «Дима», его тоже, кстати, зовут Дима, сегодня Дима много. Я говорю: «Дима, это же не Макдональдс. То есть на одной странице я могу написать. Я маркетинг, так сказать, котлера, вот такие книжки, от корки до корки, могу. Будет классно, глянцево, но попадет не в ту целевую аудиторию. Если ты хочешь создать организацию из действительно крепких людей, то эти люди должны 7 страниц прочитать в течение там 2 минут, и они должны даже в 7 страницах увидеть подтверждение того, что это должно быть созвучно с их внутренним камертоном. То есть в 2 словах не расскажешь о всех, так сказать, хотя бы даже нескольких нравственно-этических составляющих. Вон Библия, вот такая книга, да, Талмуд то же самое. Все древние тексты, а о чем они? Они о нравственности, о морали. То есть как бы причина, да? Вы говорите, как вот сделать так, чтобы не было независимо от каст, независимо... То есть есть тоже волшебники плохие, в сказках есть маги, которые, злые. Это о другом, понимаете? Вот что мешает, не позволяет человеку... Вот вы говорите, я с кем-то там, какой-то спор, еще бы была потасовка, потасовки не было бы. Не было бы почему? Потому что вот грань, когда, переходит к насилию, она не переходится, если хотя бы одна из сторон не позволяет перейти эту грань. Майдан это показал. Понимаете? Это вот то, что мы видим на Майдане, это проявление вот таких философских законов. То есть вспомним там великие нравственные авторитеты, Махатма Ганди, не насилие, Лев Толстой. Не насилие. Вот это вот тонкий момент. Понимаете? То есть, как? Вот это вопрос. Если бы я знал на него ответ. Да, пожалуйста. Тут питание. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, маги. Вот есть какое-то имя, которое вы бы могли назвать, мы бы знали, которое бы отнесли бы к магам? Имя? Да. Они не публичные люди. И даже если бы я знал, я бы, честно говоря, вам, наверное, не имел бы права сказать. Но я не знаю, честно. То есть из книжки, из литературы, вот Кастанеду кто читывал, там, не в первой книжке, а где-то в 3-й, в 4-й, там начинается уже такая конкретная информация, которую удобно читать. Первые
сложное для чтения. А вот, вот там магия, вот если кого-то эта тема заинтересовала, то есть мне очень понравилось определение Кастанеды. Там маг, кто не знает, кто не читал, проводит обучение там вот этого же автора книги Карлоса Кастанеды. И этот Дон Хуан какой-то там очередной там магической ситуации дает определение русским, там, ну не русским, испанским, наверное, но в переводе русском языке звучит так. Магия – это способность из всего поля информационного, оно неоднородное. Вокруг нас информационное поле неоднородное. Так вот, маги умеют выделять важные точки, маленькие точечки, вот, не надо, но важные, самое главное. И легким воздействием, воздействуя на эти точки, не прикладывая там усилий, изменять движение, развитие реальности. Вот как-то так. То есть не числом, а умением, да? То есть просто поэтому им управлять государством нафиг не надо. Это ломовая работа. Иметь там кабинет министра, блин. Это нужно будет ездить часто, так сказать, на техобслуживание, в правительственную клинику. Маги, они не болеют. У них все хорошо. Какие еще вопросы? Еще пытаюсь. Скажите, пожалуйста, от, як видно з вашої теорії, що це стосується, допустимо, генерала Деголя або Камаля Ататюрка? Извините. Ну, ваша теорія, що зробити зміни може тільки військовий, так? Як видно щодо Камаля Ататюрка або генерала Деголя, так? Але як бути, допустимо, з Лехом Валенцею, Вацлавом Гавелом? І в Україні я таких людей бачу тільки... вже мертвого Павла Скоропадського. Я більше не бачу таких особ сучасного. Ага, особи. Я понял. Тут есть как бы некий диссонанс, да? Как я это могу прокомментировать? Смотрите, Деголь, Джордж Вашингтон, ну то есть римские цезари, Александр Македонский, они все были военные, как бы, большие государства, и чем больше государства, ну, недаром, смотрите, недаром даже в нашей, в нашем 20 веке, 21 веке, они никуда, как говорится, не годятся, но президенты страны, как правило, верховные главнокомандующие. То есть это откуда-то, это где-то осталось, понимаете, то есть, как у нас, как Гавел, да? Ну, скажу так. Что? Не слышу еще раз. Микрофон. Гавел писатель. Это был, ну, академический человек. Ученый. А, ученый. Ученый, да. Ученый. Смотрите, у нас же тоже был президент ученый, да? Другое дело, что Чехия — это не Украина. То есть в маленькой, более толерантной, более европейской стране удалось сделать, ну, как бы, многое ученому. Хотя он был только выразителен на самом деле. Он не был, ну, не сделал этого Лех Вауэнса. Сделал это польский народ. Вауэнса был бригадиром Сточник Гданьской, да? И он только стал выразителем идей. Причем он, ну, как сказать, важно, что это был крепкий мужик, конкретный. Я лично с ним не знаком, но в Польше я встречался с людьми, которые, так сказать, непосредственно с ним общаются. Ну, есть еще такое понятие, знаете, как... В истории есть такое понятие, называется «дикие карты». Вот так выпадает карта, или еще говорят, «черные лебеди». Вот все лебеди белые. То есть исключения бывают. Я не могу сказать, что... Там, я вообще не говорю, не утверждаю, что это вообще какая-то там истина в последней инстанции. Я написал просто модель, и это, так сказать, некая гимнастика для ума. Я говорю, давайте поиграем, ведь на самом деле я же не представитель никакой партии, у меня нет никаких целей. Я там точно так же, как вы или многие другие, здесь помогаю, там, на Майдане уже вторую неделю и буду помогать. Просто мы с вами общаемся в свободном режиме. То есть я думаю, что все-таки, ну, не все описывается этой моделью. И, ну, как бы, Лех Вауэнса сделал свое дело, да, он помог произойти перелом. А перелом — это всегда несколько необычное развитие ситуации.
Обычное развитие ситуации не революционное, эволюционное. И вот что мы видим в той же Польше? А мы видим в Польше, что после Вауэнси, который, так сказать, откуда ни возьмись, до сих пор ему трудно дать определение, потому что он, ну, блин, непонятно кто. Казалось бы, рабочий, вот простой рабочий, там, сварщик, но сейчас считается одним из моральных авторитетов всей Европы, а продолжает, так сказать, и по водочке иногда выступает в Польше. Он нормальный мужик такой, но иногда как скажет что-то, так все так просто, то есть уровень, как говорится, открытости канала у человека очень высокий. Но смотрим в Польше, что произошло. На смену Вауэнси пришли политики. Квашневский, потом Качинский, сейчас Туск. Все структурированные политики такие. Военная дисциплина, партийная. Все. То есть как бы переходный период. Кто-то там затесался какой-то. Палец Божий, как говорят поляки. А сейчас обычная классическая система. Какие еще вопросы или уже? Еще пытание. Да. У мене запитання, чи може специфіка України, де шанувалась мати завжди, і яка розвивається, і вона і кухарка, і, ну, вона готує, годує, на неї покладено дуже багато обов'язків, вона три ролі виконує. Більше. Більше, дякую. Да. То чи не бачите ви, що ситуація змінилася на користь жіноцтва? І саме в тому великий потенціал закладений саме тепер, бо цей кухарка, яка володіє математикою, вопрос, що може вийти ще в ці системи те, що гармонізує Україну. Женщина. Так, і... Смотрите, отвечаю на вопрос. Возможно, все на самом деле, но это уже тема там для отдельной лекции, но я могу там два слова сказать на тему женского и мужского. Это, в принципе, основная тема моих тренингов. Мы как бы рассматриваем все, что происходит в мире, там, с людьми через призму. Да? Как устроен человеческий социум? Женщина вот, и женщина — это репродуктивный центр. То есть женщина живет возле припасов, она рожает детей, эти дети потом, так сказать, уходят в мир, а наружная полоса обороны — это мужчина. Так вот, когда женщина... То есть я просто говорю о том, что исключения возможны. Я уже об этом сказал много раз сегодня. Но устанавливать границы и следить за выполнением регламентов, законов женщине не так свойственно вообще, женщине. Женщина женщине рознь. Вот бывает, если у женщины был крепкий папа, она много у него так научилась, она такая, знаете, говорит, коня на скаку остановит, там, в горящую избу войдет. Вот такие бывают женщины, которые способны и мужиками управлять. Но это скорее исключение из правил, чем правило. То есть возможно, я не знаю. Или вы имеете в виду какую-то конкретную женщину у нас в стране? Я имею на увазі, что это математик, который способен структуризовать, абстрагировать, то есть сделать управленческую систему оптимальной. Смотрите, отвечаю, можно сразу? То есть я сам управленец, я много, ряд лет жизни отдал работе управленческой. Управляем мы людьми не мозгами. Люди мозгов не понимают. То есть мы управляем людьми, мы давим их авторитетом. То есть мы управленцы, когда люди не понимают по-хорошему, мы воины, да, у нас есть задача решить задачу. И когда не понимают по-хорошему, мы действуем по-плохому. Ну, то есть, это не из области математики, это из области боевых искусств. Понимаете? Ну, это так. Вопросы? Вопросы? Микрофон вот в очередь, да?
Дякую. Я хочу представити, щоб ви розуміли. Мене звуть Андрій Сивий. Я практично... У мене дуже широкі і серйозні питання. Я практично з 89-го року в політиці, але постійно внизу. Я ніколи не був ніяким депутатом, ніде нічого, але я постійно в цій катавасії, постійно цим займаюся. І знаєте, мені здається, що сьогодні неважливо, хто це буде, чоловік чи жінка. Вопрос. Да? В чому ваш вопрос? Зараз. Я думаю, що оця структура, оця піраміда, що ви малювали, ну це якось ближче до ідеалу, але у нас ніколи не було нічого ідеального і не буде. Тому я думаю, що це зовсім не важливо, хто буде чоловік чи жінка, і хто із цієї касти буде брахманом. Ви знаєте, от ви кажете, ви не були знайомі особисто з Лехом Валенсою. Я був знайомий з Лехом Валенсою, я був знайомий з Адамом Міхніком. Адам Міхнік, до речі, приїжджав до нас на перші шахтарські страйки. Вопрос. На Донбас. От, і я шахтар, до речі. От, розумієте, біда найбільша в чому? Извините, що... вопрос. Давайте, если модераторы поддерживают регламент, то есть мы работаем в режиме лекций, то есть я лектор, вы задаете вопросы. Если вы хотите сказать свою точку зрения, обычно это ну как бы по-другому решается. Вы договариваетесь, и это либо свободный микрофон, либо дискуссия. У нас не дискуссия, у нас лекция. Вы вопрос задаете, я отвечаю. Разумела, дякую. Я просто хотел рассказать. Тоді скажите мне, будь ласка, от на сьогоднішній день, от конкретно в нашій специфіці, як ви вважаєте, як має далі розвиватися події на Майдані? От зараз. Отлично. У мене є мнение. Спасибо. Спасибо, що спросили. Значить, люди, ви вже много всього інтересного слышали, да, от мене сьогодні. Услышите ще одну річ. То есть, как бы модель, да? Модель такая. У кого есть образное мышление, сейчас будет вам вкуснятина, да? То есть Майдан накачал много энергии. Почему здесь людям так хорошо? Люди, как и божьи коровки, любят там, где энергии много. Вот божьи коровки или коты на солнце греются летом, да? На заваленке, там, где тепленько. Там, где много энергии, там хорошо, вот наши ощущения. Там, где мало энергии, там, блин, холодно, неуютно. На Майдане тепло, энергии много. Вот он, Майдан, огородился такими баррикадами и, ну, немножко, понемножку ее сливает, конечно. Энергия, через такое понятие сливать, да? Энергия сливается, но, в общем-то, ее еще много. И народ украинский, да, ее накачивает, 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 потому что понимает, что это единственный путь. Теперь с этой энергией нужно работать. Работать. Для работы нужен инструмент. Вот. Инструмент. Вот в человеческом обществе мы же и материал, мы же и инструмент, мы же и механизм. Это примерно вот если кто-то, вы шахтер говорите, да? А есть, наверное, слесарь или там фрезеровщик, или токарь. О, токарь, хорошая. Так вот, есть энергия в виде атомной электростанции или Днепрогэс, и по проводам идет электричество. Есть станок, есть резец, который из заготовки делает деталь. Да? В человеческой в аллегории человек, лидер, это резец. Он самый твердый и он точный. Нельзя себе вообразить размазанного лидера, размазню. Мы подсознательно чувствуем, что такой лидер нам не нужен. Он должен быть твердый. И он должен быть точный. Если лидер по плоскостям кроет, а не тонко, так сказать, решает вопросы, мы тоже это чувствуем, понимаем. Это резец, да, который мы обрабатываем заготовку. А еще должен быть станок. В классической системе, ну, демократической, а мы как раз идем по западной модели, демократической. Станок – это какая-то политика. Идем. Вы, может, этого не видите, но мы идем по этой модели. Просто мы идем на 300 лет позже. Мы
понимаете, это, ну, к сожалению, это нужно признать. Это потому, что у нас было бы все лучше, если бы действительно как-то судьба нас не лишала регулярной элиты. Украинский народ вот, ну, попадает. Ну, на самом деле, я верю в то, что ему за все сторится и вернется. Ну, я знаю просто, это законы тоже природы. Но это мои, так сказать, уже верования, которые не являются темой данной лекции. То есть необходимо, согласно этой модели, станок – это много шестеренок, определенным образом соединенных. Это классической модели демократии, это политическая и гражданская составляющая, это организации. Это организации. То есть просто толпа – это много энергии, но отсутствие структуры. Организации. Вот. И причем при всем при этом, я помню, напоминаю, о нравственной составляющей. То есть нравственная составляющая в этом во всем должна быть. Ну, это как бы... То есть и ситуация наша, и судьба Майдана такова. Создаются, как я вижу, по крайней мере, вчерашний день это показал, какие-то попытки создать структуры, ну, мне так кажется, да? То есть люди пытаются объединиться. Для чего? Да, ну это, ну, вы спрашиваете, я пытаюсь как-то образно сформулировать. И следующая задача, необходимая для успеха, необходимо появление лидера. Вот этого инструмента, который как форсунка, вот в моей любимой ракетной технике, я же ракетостроитель по моему главному там, первому образованию. То есть как дюза будет точечно работать с этой энергией. Испытывая поддержку народа, будет не по плоскостям и неосуществимые какие-то космические там фантазии, да? Взять и, да. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, да? То есть необходим лидер и необходима структура. Этого нет пока. Куда пойдет Майдан, я не знаю. Не знаю. Дмитрий, да, Дмитрий, у меня очень практический вопрос. Вы сказали о тренингах. Какие методики психологические, психотерапевтические, какие вы используете? И где, как, в каком формате? А, смотрите, меня спросили про учителей. Я скажу, у меня есть два учителя, как бы, которым всего лишь два. Вот за всю свою жизнь я встретил двух учителей, с которыми мне довелось общаться. И, в принципе, мы до сих пор общаемся. Один из этих учителей – это мастер боевых искусств Сергей Анатольевич Соболенко. Вот, он живет под Днепропетровском. И, ну, собственно, ну, так сложилось, что меня с ним судьба свела первым. То есть мы с вами еще не коснулись сегодня классической китайской философии. Мне она, честно сказать, ближе гораздо. Она, правда, менее заточена под устройство общества, это индийцы там мечтали, брахманы. У китайцев вообще все просто. Две составляющих и все. А второй учитель? Да, ну, может быть, другой раз. Первый учитель. Сергей Анатольевич Соболенко. Есть в интернете книги его. Три книги он написал. Он жив. В принципе, он не публичный человек, но книги его доступны в интернете. Второй учитель? Любовь Илларионовна Умани. Это наша с вами землячка, киевлянка, и это дыхательные практики. Аллотропка, ребёкинг, вот. Ну вот, как бы, трансперсональная психология, вот так. Если обобщить, это, ну, шире на самом деле, потому что ребёкинг или аллотропка – это методики, а наука называется трансперсональная психология. А где вы тренинги проводите? Здесь или где-то в другом месте? Сейчас я нигде не провожу. То есть сейчас я здесь, и сейчас все графики вообще сбились. И что будет потом, мы не знаем, потому что мы все, ну не все, но часть психологи, не психологи включились, так сказать, в Майдан. То есть, а потом, ну, когда мирное время настанет, посмотрим. Да, на Фейсбуке можно, я не публичный такой, совсем публичный человек, но можно найти, я вам дам телефон или визитку, если интересно. Да.
Я хочу подякувати лектору, насправді. Да, пожалуйста. І слава Богу, що людина, яка... Спасибо за внимание. Спасибо, я очень хорошо провел время. Спасибо вам. Спасибо вам. И хотите еще? Кто это? Зараз виходить на сцену людина, яка дуже багато часу проводить, захищаючи тих самих людей, яких було схоплено на Майдані. І та людина, яка точно знає, що розповісти про той новий закон, який от тільки зараз проголосовано в Верховній Раді. Закон як називається? Закон називається про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Така величезна назва. Але саме яким чином себе захистити від теперішніх законів беркутів міліціонерів і т.д. буде розповідати Євгенія Загарова. Правильно? Доброго дня. Я почну з того, що я намагаюся допомагати потерпілим від події 30-го числа, 1-го числа. І в зв'язку з цим в мене дещо, можливо, інший підхід до того закону, який прийняли, який анонсували, як таке, можливо, панацею від всього, що... Цього, що відбулося від незаконних, від незаконного переслідування людей, які були затримані на Банковій і не тільки на Банковій. Оскільки, по-перше, дуже важко взагалі вирішити питання корумпованої судової влади, керованої судової влади, відсутність незалежності судової влади, а також відсутність професійності, незалежності в правоохоронних органів, вирішити законом. Те, що можливо, були дійсно намагання допомогти людям, які постраждали внаслідок того, що вирішили мстити тим, хто пішов, тим, хто був на Банковій, тим, хто брав КМД і таке інше. Але в такій ситуації вийшло, що замість того, щоб допомогти, або разом з тим, щоб допомогти, я дуже сподіваюся, що дійсно хоч комусь значений закон допоможе. Я дійсно дуже сподіваюся, що хоча б 9 затриманим на Банковій їх дійсно відпустять. Можливо, це буде плюсом і, в принципі, тоді... Можливо, я навіть знімаю всі свої претензії, але, тим не менш, ми, якщо пам'ятаємо, все почалося з того, що, не все почалося, найбільші виступи, найбільше людей вийшло на вулицю після того, як 30-го вночі були розігнані, жорстоко розігнані студенти, не тільки студенти, і інші люди з Майдану Незалежності. І, власне, на покарання тих, хто це зробив, і була основна вимога, вже вторинна вимога після того, як тих людей, які вийшли наступного дня, 1-го числа, ті, які були на Банковій тощо. І, власне, якщо ми будемо уважно читати зазначений закон, до речі, серед його авторів є регіонал Нестор Шуфрич, серед авторів цього закону. І ми тоді побачимо, що, власне, закон намагається не просто вивести із-під удару людей, які потрапили, як курва щіп, вибачте, порівняння, але він намагається встановити статус-кво взагалі. Тобто він намагається вивести із-під удару в тому числі і людей, які вчинили те, що відбулося 30-го числа. Тобто безпосередньо беркутів і тих інших, які, власне, були задіяні і які приймали рішення для того, щоб це відбулося. Якщо подивитись, закон, власне, він складається із п'ятьох статей. І
Лише в першій статті, лише в одній із зазначених п'ятьох статей, ми бачимо чітку прив'язку до учасників акції протесту і масових заходів. Тобто слово «учасник акції протесту і масових заходів» в нас є лише в першій статті, яка говорить про те, що звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акції протесту та масових заходів щодо їхніх дій і рішень в період 21 листопада до дня набрання чинності цим законом. Тобто це те, що дозволить дійсно в тому числі звільнити від відповідальності людей, які затримали на Банковій. Але в нас є ще три статті, які чомусь не дуже читають при цьому. І, власне, я вважаю, що саме через них дозволили прийняття цього закону, які говорять, що ці кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень відкриті з приводу подій, визначених статтею 1 цього закону, підлягають закриттю. Я прошу звернути увагу, що тут вже немає жодної прив'язки до учасників акції. Тобто в нас є кримінальні провадження, які наразі як мінімум два відкрито щодо тих осіб, які були винні в тому, що відбулося 30-го числа. Ну, можливо, винні, можливо, частина осіб. Але це ті єдині провадження, в межах яких можливо притягнути до відповідальності Беркут, РНБО, Клюєва, Сітковича, будь-кого. Поза кримінальним провадженням до кримінальної відповідальності притягнути неможливо. Звісно, що це кримінальне провадження відкрите саме з приводу подій, які відбулися 30-го числа, тобто на яке є посилання в статті 2. І саме ось після прийняття цього закону, наскільки мені відомо, він вже підписаний, власне, ці кримінальні провадження мають бути закритими. І що в нас виходить? Тобто в нас виходить, що в нас закриваються як ті провадження відносно осіб, які приймали участь у зазначених масових акціях, так і ті провадження щодо осіб, які розганяли і які, намагалися зробити так, щоб цих акцій не було, припинити їх, залякати людей тощо. Більше того, жодного іншого провадження цих подій ми також не зможемо більше відкрити. Я не говорю, що це буде виконуватися саме так, як це тут написано. Взагалі дуже важко прогнозувати, як саме що буде виконуватися, тому що, власне, якщо б в нас працювали навіть ці закони, які були, то той абсурд, який відбувався із людьми, затриманими на Банковій, власне, він би не міг відбутися. Тобто це просто неможливо в межах навіть тих не дуже досконалих законів, які вже діють в Україні. Але чому, як можна вірити в те, що з цих п'яти статей буде працювати лише одна і лише та, яка потрібна людям? Ну, не знаю, чесно кажучи, мені здається, що це досить наївно. І ще одне таке, можливо, декому воно буде здаватися не дуже страшним, але, тим не менше, якщо ми читаємося, якщо ми вдумаємося, ми побачимо, що обмеження на кримінальну відповідальність осіб, які були акціями протесту, вона ніяким чином не накладена щодо видів злочинів, щодо того, де були вчинені ці злочини. І навіть часовий проміжок дуже великий, від 21 листопада до дня наступного за днем опублікування, коли цей закон вступить в силу. На весь цей період учасники акцій протесту та масових заходів мають індульгенцію на будь-які злочини. Тобто все, щоб вони не вчинили в цей проміжок часу, від цього їх звільняє цей закон. Я розумію, що це не значить, що зараз люди візьмуть і підуть, трощити супермаркети чи щось. Я навіть є впевнена, що цього не станеться. А більш того, я знаю, що
міліції це здається феномен, але насправді це нормально, те, що за відсутності будь-якої якогось примусу, за відсутності фактично міліції, міліціонерів тут не відбувається не те, що збільшення кількості злочинів чи правопорушень, а навпаки, тобто ця тенденція вона обратна. Але тим не менш, ми ж розуміємо, що учасники масових акцій – це не тільки ми. Учасники масових акцій – це ті, що там стоять на Маріїнці, стояли. Це ті, хто можуть завтра звідки прийти, приїхати, бути привезеними тощо. Тобто учасники масових акцій – це будь-які люди, і ми не можемо, ми не знаємо нічого про їхні моральні якості. А цей закон просто бере і звільняє все, що їм… Ну, тобто, амністує наперед все, що може прийти їм в голову. Як на мене, то це дуже небезпечно. Такі побічні фактори – це те, що фактично цей закон, цим законом, прийняттям цього закону, Верховна Рада перебирає на себе функцію судів. Тобто вона визнає, що судова система ніяка, що фактично вона не працює, або працює в ручному режимі, і те, що вона може видати на виході, це те, що запрограмували, те, що їй було дано в якості завдання особами, які мають на це вплив. Таким чином, в такому якомусь відчайдушній спробі щось змінити, Верховна Рада намагається точечно так встановити справедливість по відношенню до певної кількості осіб. Фактично це узурпація судової влади. Тобто фактично це порушення статті 6 Конституції України. І я впевнена, що цим скористаються, коли буде потрібно. І на підставі цього дуже просто, подавши подання до Конституційного суду, визнати цей закон в частині або повністю неконституційним. Так само дуже просто розтлумачити його і зробити те, що зараз я проговорила, очевидним, і сказати, що застосовуватися він має дійсно саме так, або по-іншому. І наскільки ми всі пам'ятаємо, Конституційний суд в нас теж відрізняється деякими особливостями, скажімо так, тлумачення. І сподіватися, що в даному випадку він стане на сторону людей і ніяким чином не притягне на можливість притягнути до відповідальності силовий сектор, мені здається, трішки наївним. Чесно, якщо хотіти однією простою дією вирішити питання і вирішити проблеми, які існують в судовій системі, які існують в правоохоронній системі, які, власне, фактично вже знищили ці дві системи, це дуже наївний схід. І, власне, дуже прогнозовано, що на, можливо, такі альтруїсти, ну, в когось, можливо, дійсно були альтруїстичні такі посили, тобто хтось дійсно, можливо, був мотивований на те, щоб захистити людей. Але будь-яке просте рішення, якого дуже хотілося, воно, власне, я думаю, і було запропоновано. І було запропоновано саме з тим розрахунком, щоб повернути статус-кво. Тобто повернути як людей, можливо, в ситуацію неможливості притягнення їх до відповідальності, так, і інших також людей, але в формі. Не знаю, в мене немає ніякої інформації щодо того, що були, можливо, якісь домовленості, що це дійсно було якийсь осознаний хід, щоб вивести з відповідальності силові структури. Але
ну, виглядає це так, що, як, що цей закон, власне, був написаний для, для повернення в ситуацію до 30-го числа взагалі, то наче нічого не сталося, наче ніхто нікого не бив, наче ніхто, ніхто потім щодо цього не протестував, наче не було цього жахливого виходу студентів звідти і по цим вуличкам, вуличках. І потім лише першу статтю, тобто по всіх статтях і навіть в назві цього закону у нас є посилання на події, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Але тільки в першій статті, дуже не узгоджено з цим іншим, в нас події, в нас учасники подій замінені на учасників акцій. Тобто це так виглядає, як ну, чи то кісточка, чи то така, не знаю, як це назвати, але фактично через примарну можливість звільнити людей, звільнити від кримінальної відповідальності людей, пішли на те, щоб також звільнити від такої відповідальності і беркутівців. Щодо того, чи можливо, щоб щодо всіх може бути застосовано цей закон, хто зараз сидить за ґратами. Розумієте, важко прогнозувати, оскільки розпливчатість формулювань допускає те, що, ну, наприклад, всім нам відома ситуація із затриманням адвоката в Індії Віктора Смолія. Так, це можна вважати, що це затримання було з приводу подій, які відбулися, з приводу акції масових протестів, але не напряму це такі події. Тобто, фактично, то його затримали за напад на суддю. Напад на суддю не є акцією протесту, тобто там не відбувалося безпосередньо в суді акції протесту. Чи буде розширене тлумачення цього закону для того, щоб звільнити його, чи не буде цього? Це, власне, знову-таки буде залежати від того самої судді, яким ніхто зараз не довіряє, і для того, щоб захистити від таких судів, власне, намагалися прийняти цей закон. Тобто ми ходимо просто по колу, і в будь-якому випадку цим законом тлумачити цей закон і застосовувати цей закон будуть ті самі суди, від яких намагаються захистити, власне, людей. Тобто ми все одно приходимо до тієї ситуації, від якої ми хотіли втекти, від неї неможливо втекти. Тобто ми не можемо виключити декількох людей з судової системи і сказати, що ну тут все буде добре, а там ну вже потім якось розберемося. Тобто так не вийде. Ну, звісно, я б дуже-дуже хотіла, щоб закрили ці справи, навіть щодо яких було визнано вину, не закрили, а звільнили від відповідальності, тобто виключили відповідальність в наступному, в подальшому. Я б хотіла, щоб якомога більше людей, якомога більше затриманих і підозрюваних на даний момент попало під дію цього закону. Але ні опозиція, ні адвокати, ніхто не може цього гарантувати, на жаль. Тому, чесно кажучи, я навіть, ну, в мене немає рішення, я не можу щось таке запропонувати, щоб враз так взяти і привести ситуацію до чогось нормального. Але мені здається, що те, що цей закон вважають виконанням хоч будь-якого пункту із вимог Майдану, це трішки зовсім не відповідає дійсності. Абсолютно не відповідає дійсності. Тобто стояли, робили щось, протестували, і тут в якийсь конкретний момент ми просто відкидаємось на ситуацію, тобто нам просто говорять, що ні, нічого не було, все нормально, ви не винні і вони не винні. Тобто, ну, помиріться, як так, наче з дітьми, так? Тобто, урівнюють фактично урівнюють
людей, які робили те, що вони мали право робити, те, реалізовували своє невід'ємне право на мирне зібрання. Я говорю зараз поки що про мирне зібрання. Ну, власне, це право не потрібно для того, щоб щоб декларувати це право, для того, щоб відзначити, що це цим правом люди володіють, не потрібно ніяких додаткових законів. Це прямо прописано в Конституції України, це прямо прописано в Європейській конвенції з прав людини. І право на мирне зібрання, воно ну, невід'ємне. Тобто влада, опозиція і будь-хто не можуть нічого, ну, не від їх рішень, власне, не залежить наявність цього права. Тобто, прийняли вони цей закон, не прийняли вони цей закон. В будь-якому випадку люди мають право збиратися мирно, без зброї, і вони мають право ставити свої вимоги, вони мають право висловлювати власну думку. І в один ряд з людьми, які реалізують своє конституційне право, своє право людини, ставлять правоохоронні органи, які грубо порушують це право. Їм звично це порушувати. Тобто, такий жахливий, ну, до такого жахливого стану, як 30-го числа, ну, напевно, що майже ніколи не доходило. Але постійне, тривале, методичне порушення права на, права на зібрання, в принципі, воно в, ну, це звичне, звичне для, для нашої влади, на жаль. І фактично урівняння людей, знаю, як їх назвати, ініціаторів і виконавців порушення права на мирне зібрання і, власне, суб'єктів права на мирне зібрання, які його реалізовували. Ну, і, власне, це і є суть цього закону. Тобто взяли і сказали, ну, не сваріться, беркутівці не праві, ну, ви не праві, що ж ви збиралися, ну, ви теж не праві. Ну, власне, ну, давайте втиснемо одне одному ручки і все, більше розійдемося і не будемо про це згадувати. Як на мене, це абсолютно ненормально, жахливо, і в, ну, щодо себе особисто, я можу сказати, що жоден із потерпілих, чиї інтереси я представляю, я, ну, не полишу це так. Тобто я спробую будь-якими засобами намагатися притягнути до відповідальності беркутівців, і я вважаю, що якщо це не буде зроблено, то, власне, це не реакція на розгін Майдану 30-го числа не буде адекватною. Так, дійсно, те, що люди прийшли, те, що люди вийшли в такій кількості, те, що була ця реакція, те, що не злякалися, те, що не сталося так, як в Білорусі, це дуже добре і дуже радує. Але поки не будуть притягнути до відповідальності ті виконавці, які спровокували і виконали, ну, не спровокували, я не знаю, чи була. Чи провокували, тобто ті, хто розробив, давав накази і виконував ці накази щодо розгону мирного зібрання, я вважаю, що не є виконаним завдання захисту тих людей, які постраждали до 30-го числа. Дякую. Напевно, я, вибачте, трішки вже забрала чийсь час. У мене питання, я ти куди пішла? Дорога сына, скажите, пожалуйста, когда митрополит Почаевский Лавры сказал, что 4 дня назад сказал, что мы не позволим, чтобы ну, КГБ и МВД разгоняло наши демонстрации, мы не позволим. И мы не будем подчиняться нашему Кириллу, генерал-майору КГБ. И мы не будем. Питання в когось є? Шановне товариство, я дуже добре знаю Євгенію. Вона мене захищала, коли мене судили за гостинний двір. І дуже багато наших хлопців вона захищала. Вона дуже грамотний і сильний юрист.
От, і от вона, як юрист, вона зразу запідозрила великий подвох у цьому документі, у цьому законі. От, але вона це відчуває на рівні, ну як кажуть росіяни, на рівні наїття. От, а ну, дехто знає точно, що цей документ, коли ще тільки готувався, він готувався спеціально для того, щоб всі люди, всі, ну скажімо так, наші недруги, які зроблять щось погане на цьому Майдані, щоб їх зразу ж звільнити оцим от законом від відповідальності. Але я вам хочу сказати, що цей закон, він дійсно не відповідає нормам Конституції. І якщо хтось попробує ним скористатися і попробує силою розігнати з допомогою якихось там, ну, так званих тітушок чи ще когось, якщо попробують розігнати цей Майдан без міліції навіть, то їх не спасе від кари ніякий закон. Це я хочу сказати вам чесно від себе. Дякую дуже. Ну, питання фактично немає. Ще питання. Питання вам задають. Пані, слухайте. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що не успокоїтесь. Ви сказали, що не успокоїтесь. Ви хороший адвокат. Походу, не будуть, значить, наказані виновні. Ну, всім очевидно, що приказ шоу от Януковича. Так, що вважають ваші слова на СС дійсності. Тобто, ви мене спрашуєте, дойду ли я до Януковича? Ну, питання заключається в тому, що ви не заспокоїтесь до того часу, поки не накажуть людей, які творили беззаконня. То як же ви будете боротися з цими людьми, які творили беззаконня, якщо цей наказ давав сам Янукович? Ну, мені невідомо точно, хто саме давав цей наказ, а боротися я буду з засобами, які мені дає кримінально-процесуальний кодекс, власне, цими буду. Виконання кодексу, виконання в нашій державі, наскільки це можливо, виконання цього закону, наскільки можливо, щоб злочинці були наказані за злочини. Ну, це дуже важко, я знаю, але це потрібно робити в будь-якому випадку. Скажіть, пожалуйста, в настоящее время скільки людей ще в заключенні? В настоящее время я знаю, что из Банковой точно один человек, из тех девятерых, Зиндзя, Смоли, Кадура, из тех, что мне известно точно. А с остальным я не могу, нет информации. Доброго вечора. Скажите, пожалуйста, как, я понимаю, это в Киеве, а как вы будете бороться в районах, в селах, в областях с этими нашими бандюками? Ну, річ в тому, що, ну, я не зовсім зрозуміла, можна я трошки ставлю свої 5 копійок? Насправді, таке цікаве питання, як ви будете, люди, відповідальні за свої права, лежить на кожному з нас. Окей, ми повинні, вони роблять закони, які вони порушують, для того, щоб нас наказувати. Треба зробити так, щоб закони були, тиснули на них в тій самій мірі, як і вони хочуть, щоб... І якщо ті таргани привикли брати взятки, то їх дуже буде дуже тяжко вибувати звідти. При чому тут взятки, я не зрозуміла. Може, я не зрозуміла питання? Я справа в тому, що питання спочатку прозвучало, як ви будете боротись. Давайте. Окей, ми. Як ми, добре, а давайте які я просто механізми боротьби. Я вам нічого ніякої чарівної пігулки, на відміну від Шуфрича, я не можу вам дати. Тобто, для того, щоб притягувати когось, навіть самого останнього беркутівця до відповідальності, треба дуже і дуже багато часу, і дуже багато зусиль. А для того, щоб піднятися хоч на одну щеглинку цієї піраміди і притягнути когось, хто віддавав накази, потрібно пропорції більше і часу, і зусиль, і стійкості, і всього іншого. Тобто це не буде просто в будь-якому випадку, це дуже складно, я не говорю, що це просто. І це не може бути просто, але якщо цього не робити, це буде те саме, якщо б не вийти першого числа після цього. Тобто якщо коли...
коли звідси тікали люди, саме жахливе було не те, що їх побили. Я просто знаю, я з ними була. І не те, що їх побили, не те, що зараз дожене Беркутівець і дасть собі паличкою по голові, а те, що ти цей страх, який зараз відчуваєш, ти його збережеш, і завтра ти нікуди вже не вийдеш. Що зараз ти і люди інші бачать і відчувають, власне, те, що ти відчуваєш, і він залишиться. Тобто саме проти цього страху, власне, і направлено все, що після цього, як на мене, все, що відбувалося після цього, для того, щоб викоренити його, щоб не дати можливості навіть десь там в п'ятках залишитися. Тому що якщо це просто лишити, якщо не намагатися нічого робити, буде білорусувачка. Я вибачаюся, я сам родом з села Тернопільської області, Залішинського району. В нас в селі, виходить, директор школи, від партії регіонів, голова сільської ради від партії регіонів, голова міської ради від партії регіонів, голова облдержадміністрації теж від партії регіонів. Як це все викрути з цього району, з цього села, я це не розумію, в мене поняття просто немає такого, навіть в голові не вкладається. Як? Я знаю точно, що в деяких селах зробили такі обставини людям з партії регіонів, що партії ячейки, партії регіонів саморозпустилися. І насправді ситуація в тому, що як люди, більшість людей буде відноситись до цих конкретних осіб, в яких умовах їм буде комфортно або некомфортно жити, так і буде. Або буде Бандюковичі і партії регіонів, або ви все ж таки зробите так, що то, що називається обструкція, коли людям некомфортно існувати в своєму місці, коли їм некомфортно підняти, подивитись в очі людям, які їх оточують, і це постійно, коли дітям некомфортно, що його батько працює там, от тоді це буде зрушення. Зрушення це починається з мозку. Вибачайте. А можна дати юридичний супровід в наш регіон? Так, можна дати. Я не можу від себе сказати, що я зможу поїхати безпосередньо вас там захищати, але я думаю, що я щось зможу вам порадити. Ще раз. Загальному? Дивіться, я просто скажу вам таке. В Києві, коли після цих подій, дуже велика кількість адвокатів, які, власне, є там, нормально заробляють, успішні і таке інше, вони просто сказали, що ми будемо захищати безкоштовно, звертайтеся, будь ласка, до нас. І все, що це, вони таким чином просто виразили свою громадську позицію. І якщо б цього, розумієте, я скільки в мене сил, я можу захистити, представляти інтереси там 5, може 6, може 10 одночасно людей, але не більше. Тобто, це фізично обмежено, дуже, дуже сильно фізично обмежено в часі, в зусиллі таке інше. Тобто, а те, що піднялися адвокати і забезпечили фактично і забезпечують зараз захист дуже великої кількості людей, фактично всіх людей. Тобто, хто хоче, хто готовий і хто не боїться, власне, тому що є і таке, звертатися, вони, власне, всі забезпечені юридичною допомогою. І це не я, це дуже це багато людей інших, багато інших адвокатів. І я думаю, що частково це можна поширити на регіони, але ж поки в регіонах не буде те саме, але я думаю, що це також є. Тобто я думаю, що це можна добитися, тому що спільнота адвокатська, вона не дуже поділяється за регіоном. Тобто вони також спілкуються в інтернеті. І якщо визначити цю проблему, то я думаю, що можна її вирішити, я ще спробую з цим зробити. Питання ще в когось є? Питань немає. Немає, добре. Дякую.
щиро дякувати, хто сьогодні збирався. Запросити на завтра. Завтра ми починаємо з 14 години. В нас будуть завтра і історики, в нас будуть завтра політологи. Я сподіваюся, що завтра знову погодиться Палій, якого сьогодні дуже активно тут, який активно підписав свою книжку про 25 перемог України. Я хочу нагадати, що цю сцену створено для того, щоб вона надихала цей Майдан і змушувала його мислити. І я сподіваюся, що цей тиждень буде достатньо яскравим в існуванні цієї сцени і буде мати багато слухачів. Дякую усім.